Славянские КВНщики провели последнюю игру в этом году. В зале городского дома культуры в 1/4 финала открытой молодежной лиги КВН встретилось более 10 команд. Борьба за выход в полуфинал этого юмористического состязания разгорелась нешуточная. С подробностями мои коллеги. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие люди! Добрый вечер, дорогая молодежь и КВНщики Славянского района! В 1/4 финала открытой молодежной лиги КВН встретились команды из школ, средних и высших учебных заведений. Участников юмористического состязания поприветствовал заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Знаю, насколько силен этот дух, знаю, насколько мощная энергетика КВН. Сам всегда практически не пропускаю ни одного телевизионного шоу в составе Александра Маслякова, и премьер-лига, и высшая лига. Поэтому знаю, насколько труден тот энергайзер, та сила КВН, поэтому желаю всем только победы, соответственно, победит самый лучший. Желаю всем удачи, не бог, а не мира. Тема игры была посвящена театру и звучала «Заглянем за кулисы». Каждая из команд старалась не только рассмешить жюри, но и удивить своим актерским и исполнительским мастерством. КВНщики пели, танцевали, показывали юмористические сценки, шутили на самые разные темы, многие из которых касались, конечно же, школы. Как у всех остальных классов, у нас есть наш тыл, наш классный руководитель, и он очень деятельный. Здравствуйте, 10-й А! Я, как зал, что воспитатель на работе, хочу предложить вам поучаствовать в следующих мероприятиях. Агент бригады 10, я! Подождите, минуточку. Встреча с ветераном. Я! Можно не перебивать? Извините, а можно огласить сразу весь список? Хорошо. Агент бригады «Лето». Я! Встреча с ветераном. Я! Школьный новогодний бал «Маскарад». Я! Масленичные гулянья. Я! Александр Павлович, вы можете подождать? Да не могу я! За мной, ребята! Спасибо за внимание. В результате веселой игры победителями среди студентов стала команда «Так, стоп», филиал КубГУ. Среди школьников на первом месте команда «Адекватные люди», школа номер 17. Второе место разделили команды «Мы из новой» и «Корень из 18». Третье место заняла команда «Чики Бомбони», школа номер 16. Сейчас команды ушли на подготовку к полуфиналу, который состоится уже в январе будущего года. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».